Привет, сейчас я сделаю пакет трейсер 4.1.3.5. А здесь на списке контроля доступа ACL. Так, вот сверху. Списки контроля доступа. Начнем. Первое задание. Нам нужно будет с помощью списка контроля доступа 10 к сети ping. То есть мы открываем R2. Вот у нас ping сеть. Командная строка. Так. Username. Здесь у нас нужно будет вводить каждый раз username, пароль и секретный ключ для привилегированного режима. Username вводим, admin 01, пароль этого юзера, paste. Теперь вводим enable и пароль для enable, paste, все. Теперь можем настраивать этот роутер. Configure terminal, начнем. Список контроля доступа 10 должен начинаться с следующего комментария. ACL to ping LAN. Скопирую комментарий. И давайте напишем это. Пишем. Access list 10. Комментарий remark. Remark. И вставляем комментарий. Paste. Все. Мы установили комментарий для access list 10. Дальше давайте назначать то, что нужно. Разрешите доступ ПКЦ к локальной сети ping. ПКЦ, то есть нам нужно вот этому компьютеру. Пишем permit ПКЦ 192.168.2.50. Так. Access list 10, permit и IP-адрес. Все. Мы разрешили ПКЦ доступ к R2, ко всей этой сети. Пока что ко всей сети, то есть мы настраиваем пока что список контроля доступа, а потом применим его для вот этого вот интерфейса, чтобы это было для пинка. Просто, пока что мы просто настраиваем. Так, список контроля доступа, мы добавили доступ к ПКЦ. Дальше. Дальше нужно разрешить первой половине устройства локальной сети Yellow доступ к локальной сети Ping. А сети Yellow первой половине, то есть половине устройств, к сети Ping. Access list 10 permit. Permit. И мы здесь указываем адрес. И если мы укажем после адреса количество свободных бит, мы можем ограничить адреса. То есть мы указываем не адрес, а сеть, да. Yellow это у нас ПКА, где 192.168.1.1.0. Это сеть у нас 192.192.168.1.0. И количество свободных бит мы указываем половину, то есть у нас будет 127. Все. Это мы дали доступ половине устройств сети Yellow. Далее нам нужно всем узлам локальной сети Blue, то есть вот этим узлам, доступ к сети Ping. То есть мы просто разрешаем всем вот этим вот узлам. Для этого access list 10, permit 192.168, это неправильно. Пинг у нас. У нас здесь вообще 172. 172, 16, 1, 0, сеть. И количество бит всем. 2, 5, 5. Все, всей сети мы дали доступ. Мы это настроили, но мы еще не назначили вот этот список контроля доступа к нужному нам интерфейсу. Чтобы это сделать, мы заходим в вот этот вот интерфейс. Его не покажет, но я его знаю. Интерфейс G01. Это у нас G00, это G01. А это серийный. G01, и здесь IP Access Group 10 out. Out. Все, мы настроили список контроля доступа для вот этой вот сети. Мне интересно, покажет ли в Check Results.
Да, нам показалось, что мы в R2 настроили ACL 10, то есть для G01 есть. Дальше. Дальше по порядку мы должны настроить список контроля доступа, применить и протестировать. А вот мы уже применили с помощью Access Group Out на нужном интерфейсе. Теперь нужно настроить список контроля доступа 20 на этом же устройстве. Настраиваем. Это у нас R2 устройство. Выйду в config exit. Access list 20. Так. Начинается с комментария. Опять пишем remark. И копируем комментарий. Надо точку в конце убрать только. Все, а то не зачитает. Должно быть правильно написано. Комментарий. Разрешите доступ к компьютеру по KC к локальной сети Blue. Для этого access list 20. Так, лишний пробел. Нет, пробел 20. Permit к локальной сети Blue. Доступ компьютера ПКА. То есть мы должны вот этому компьютеру назначить доступ ко всей сети. То есть мы пишем permit host 192.168.1.100. Так, это у нас IP-адрес ПКА, если что. Где у нас ПКА? Вот. Это у нас... Мы назначили хосту ПКА доступ. Ну и назначим мы его на этот интерфейс в качестве in. То есть у нас не out, а in. То есть мы будем внешний доступ назначать в этот раз для access list 20. Так, access list 20. Что дальше? Дальше нам нужно запретить доступ из локальной сети yellow к локальной сети blue. То есть всем, кроме ПКА, нам нужно запретить. То есть сначала мы разрешили ПКА, потом мы запрещаем все из локальной сети yellow. Для этого пишем deny, сеть yellow, это у нас 192.168.1.0.0.0.0.255 всем устройствам, всей сети. Все, мы запретили устройством yellow доступ к пока что этому access-листу. Разрешите всем другим сетям доступ к локальной сети Blue. То есть у нас что получается? К Blue доступ есть у всех абсолютно, кроме всех устройств сети Yellow, кроме ПКА. Вот. Для этого мы пишем permit any access list 20 permit any. И назначаем ее на интерфейсе. Интерфейс G00 в этот раз. И здесь IP access group 20 out. Out. Все. 40% выполнили. Смотрим сейчас check results. Assessment items. Вот. На R2 мы все правильно настроили. Нам осталось настроить R1. Закрываем эту вкладку, закрываем R2, открываем R1, командная строка, снова вводим username, пароль, username admin01, paste, пароль cisco.pa55, я с пробелом скопировал, paste, enable и пароль для enable. Secret PA55. Paste. Все. Заходим в конфигурацию. Conf T. Дальше. Здесь нам нужно. С этой стороны список контроля доступа с именем admin VTI. Копируем admin VTI. Копируем его. Пишем IP access list standard. И его имя. Paste. Admin VTI. Что нам нужно? Разрешите один узел ПКЦ. Это легко.
пишем permit. Мы зашли здесь, мы настраиваем не через каждый раз. Теперь нам нужно не нужно каждый раз вводить access list, его номер. Теперь мы зашли в его настройку и здесь просто прописываем команды. Потом пишем permit pkc 192.168.2.50. Вот у нас pkc. Ввели. Дальше. Примите список контрольного доступа к соответствующим строкам VTI канала. То есть у нас на настройку VTI каналов у нас будет доступ PKC. Это у нас вот этот компьютер сможет настраивать линии VTI R1, то есть иметь доступ к маршрутизатору. Для этого заходим line VTI 0.4, пробел 4, access-class, и здесь название admin VTI, да, скопировано, in. Все. Мы указали, что доступ к line VTI 0.4 имеет только вот этот список контроля доступа. А в этом списке контроля доступа нам сказано, что разрешен только PKC. И как мы видим, у нас 100 баллов, 100%. А все настроено правильно. Все. На этом все. Пока.